Первый серьезный старт. Ивановские тэквондисты вернулись со всероссийского турнира «Кубок Белогорья». В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 28 регионов страны, а также национальные команды Украины и Белоруссии. Ивановскую область представляли 6 ребят, 5 из них вернулись с медалями. В первый день турнира первые места завоевали Илья Данилов и Анастасия Зарезина. Интересно, что в финальном бою Анастасия выиграла у победительницы летней спартакиады учащихся России. Среди вот этих ребят, которые поехали, это, скажем, такое самое главное ядро, ударная команда нашей области, среди которых это Анастасия Носова, серебряная призерка мира, Данилов Илья, победитель первенства Европы, также члены сборных, неоднократные победители, призеры России, Зарезин Анастасия, Махмудов Мухаммед, Боев Евгений. То есть действительно ребята, которые очень сильны и знают их на уровне всей нашей страны.